Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 12 на странице 7 рабочей тетради по русскому языку для 3 класса автора Канакиной. Прочитайте, ставьте пропущенные буквы. Сентябрь, вставляем букву Е. Ветерок, буква Е. Береза, буква Е. Воробьи, буква О. Осина, буква И. Деревня Е, девочка О, ребята Е, собака О, яблоня О, яблоко О, капуста А, урожай О, морковь О, огород О. Поработайте в парах, на какую тему можно составить текст, используя данные слова. Используя данные слова, можно составить текст на тему «Осень». Запишите эту тему над словами. Осень и осенью сбор урожая. Запишем тему сбор урожая. Устно составьте текст на эту тему. Запишите 2-3 предложения составленного текста. Текст может быть таким. Наступил сентябрь. На улице дует еще теплый ветерок. Но осины и березки примеряют уже новые наряды. Воробьи облюбовали яблони, наблюдают за работой девочки на огороде. Осень – горячая пора, особенно в деревне. Начинается сбор урожая. Ребята помогают собирать яблоки, капусту, морковь. Запишем первое предложение. Наступил сентябрь. И запишем последнее предложение. Ребята помогают собирать яблоки, капусту, морковь. Заглавные буквы «ребята» помогают, помогают собирать яблоки, яблоки, запятая, капусту, морковь. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.